Следующих гостей мне тоже очень приятно представить. После некоторых слов, я думаю, что мы сразу поймем, кто это. Друзья мои, трех или двух? Ничего. Многократный чемпион мира по битбоксу Вахтанг здесь, в лайв-пабе. Встречайте! А где же? Привет, Вахтанг! Привет, а где же Александр Шаляпин? Всем привет, друзья. Александр Шаляпин спрятался от нас. К нам пришел Александр Шаляпин, но спрятался от нас. Да, спрятался. Я не знаю, где он. По-моему, под диваном сейчас. Вот это у вас какой-то специальный номер, когда ты будешь сейчас массаж простаты делать сейчас, а потом он вылезет. Массаж простаты, честно говоря, не делаю, но он просто спрятался, чтобы ты его не заметил. Вот так? Да, от тебя. Ты исполнишь нам что-нибудь? Да, давай такой тихий разговор. Тихо говорить. Тихо говорить. Я могу тоже тихо уйти. Давай, хорошо, уходи быстрее. Да. Давайте немножко меня поддержим, друзья. Я занимаюсь битбоксом и хочу вас сегодня, чтобы у вас было хорошее настроение. Особенно хочу попросить нашего звукорежиссера волшебного, чтобы он сделал погромче микрофон и чтобы мы раскачались сегодня здесь. Поехали. Не монитор, я прям в порталах погромче. I can feel the break of the sound. What? Break it down. This on the station. I can feel the break of the sound. Can feel the break of the sound. Break it down. From the station, can feel the break of the sound. Can feel the break of the sound. Can feel the break of the sound. Вахтанг! Да! Ты сыграй нам еще одну песню, пожалуйста! Я хочу еще сыграть, но я хочу для этого, чтобы звукорежиссер подправил немножко звук, чтобы нам было весело все вместе, да? Да! Да или нет? Да! Тогда поехали! Побольше басов сделаем, можешь высоких частот прибавить еще, средних немножко прибрать, и мы раскачаем, мой друг. И можно мониторы потише сделать чуть-чуть. Можно выключить вообще. I love you, baby. Высоких. Here it goes. For me, baby, look at me. I can feel a ring on fire. Baby, look around and I'll feel around and I'll feel on me in on fire. Here we go. Спасибо, друзья, я вас люблю. Браво! Браво, браво, как всегда. Как всегда блестящий, как всегда необыкновенный Вахтанг. Разрешите вам... Спасибо. Спасибо, брат.
Ты вот это вот, когда делаешь, вот все... Да, все урологи говорят, что взяли бы тебя на работу, потому что массаж простаты происходит сразу же, потому что трясется все. И ты это знаешь. Поэтому, когда ты, когда выходят на пенсию все битбоксеры, они уходят в очень хороших докторов превращаются. Да. Вахтанг, еще раз, друзья, под ваши бурные продолжительные аплодисменты.